Конференция Deep Dive в Китае «Расширение на Восток» открылась во Владивостоке. Эксперты в сфере взаимодействия с китайскими партнерами рассказали приморским предпринимателям о юридических и геополитических аспектах работы с Китайской Народной Республикой. В мероприятии приняла участие председатель правительства Приморья Вера Щербина. Ситуация нынешнего года в очередной раз демонстрирует конструктивный и устойчивый характер российско-китайских отношений. Даже во время коронавирусных ограничений мы продолжали взаимодействовать, а в текущих условиях санкционного давления со стороны недружественных государств Приморский край пересматривал структуру внешнеторговых связей. Мы планируем расширить базу транзитных грузов, а также увеличить объем торговли с Китаем дополнительно на 1,5-2 миллиарда долларов в год. В настоящее время регион ведет переговоры с китайской стороной об увеличении грузооборота и объема поставок высококачественных приморских товаров, а также в сферах сельского и лесного хозяйства. Мы проводим вот это мероприятие, чтобы показать, в чем отличие. Китай, имея свою специфику по взаимодействию с предпринимателями, и, соответственно, сейчас основная задача – показать нашим предпринимателям, как наладить это взаимодействие, как попытаться вывести свой товар на рынок Китая, что нужно делать, с кем важно вести коммуникацию. Доля Китая во внешней торговле Приморья ежегодно составляет около 50%. В 2021 году торговый оборот региона с КНР превысил 5 миллиардов долларов. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.